гестапо, да, настоящий гестапо. На такого типичного маньяка-убийцу, как Чикатило, он не похож. Чисто внешне он не злодей, абсолютно серая личность. Он забрал у меня 3 года жизни, 3,5. Мы говорим, мы хотим домой, пусть нас домой. Он говорит, на днях. Смеется. На этой цепи он одну из своих заложниц выводил на улицу гулять. Я очень хочу, чтобы он страдал. Ушли на дискотеку и не вернулись. Две рязанские подружки, Лена и Катя. Их искали милиционеры, родственники, друзья. Девочек искали долго – 3 года и 7 месяцев. Именно столько юные школьницы находились в подземном плену. Они жили в темноте, сырости, без солнечного света. Испытали насилие и издевательство, унижение и голод. Пленницы до последнего надеялись, что их обязательно освободят. Мы взялись за это дело, и это будет честный детектив. Ежегодно в России пропадают без вести 77 тысяч человек. Судьбу примерно 69 тысяч милиции удается установить. Остальные исчезают бесследно. День праздника веры, надежды, любови подруги Лена Семахина и Катя Морозова решили повеселиться и отправились на местную дискотеку. Выбрали модную, которую постоянно рекламировали все рязанские музыкальные радиостанции. Натанцевавшись вдоволь, девочки направились домой. К назначенному часу они должны были вернуться, их ждали родители. Но ни в 10 вечера, ни в 12 ночи, ни даже к утру Лена и Катя дома так и не появились. Родственники забили тревогу и обратились в милицию. Такого в Рязани еще не было, чтобы в центре города бесследно исчезли подростки. Была надежда, что девушки найдутся, где-то, может быть, они проводят время. Но потом, по истечении определенного времени, когда никаких следов девушек не находилось, было принято решение о возбуждении уголовного дела. В газетных рубриках «Внимание! Розыск!» фотографии несовершеннолетних печатали чуть ли не еженедельно. Однако свидетелей похищения или убийства Лены и Кати милиционеры тоже не нашли. Так куда же делись девушки? Что с ними случилось? Почему не нашлось свидетелей их исчезновения? Могут ли повториться подобные случаи в городе? Эти вопросы беспокоили рязанскую милицию и прокуратуру области. Родители требовали срочно найти их детей. Время шло, а следствие не двигалось с мертвой точки. Ушли и пропали без вести. Вот и вся оперативная информация. Словно Лена с Катей сквозь землю провалились. 30 сентября 2000 года Лену и Катю объявили в федеральный розыск. Теперь их начала искать вся милиция России. Ориентировки на девочек отправили во все уголки нашей страны. Но родителям казалось этого мало. Они постоянно ходили в прокуратуру и жаловались на плохую, как они считали, работу оперативников. Мамы школьниц устали от дежурной фразы, звучащей каждый день. «Мы ищем, делаем все, что можем». Прошел год, второй, третий, а следов девочек так и не удалось обнаружить. Исчезли и все. Мать 17-летней Лены Семахиной, Александра Ивановна, не успокоилась ни на минуту. Она сама искала дочь, обращалась за помощью даже к экстрасенсам. Однажды, во время очередного сеанса, женщине вдруг стало легче на душе, и ёкнуло сердце. Александра Ивановна неожиданно для себя поверила словам очередной гадалки. Она мне сказала, говорит, это самое, будет вам весточка. Будет. Она, говорит, жива. Но, говорит, вашей дочке достается больше, чем той. Я говорю, а почему же? Я говорю, бьют ее там? Или как? Или там что-то издеваются, или наркотики? Она говорит, ну, не знаю, наркотики там или что это самое. Но вашей девочке больше достается. Весной 2004 года оперативникам Скопинского отдела милиции поступила информация.
Неизвестный мужчина примерно 50 лет ищет сильнодействующий яд и предлагает за него приличные деньги. Позже сыщики установили личность этого человека. Им оказался рабочий местного агрегатного завода Виктор Мохов. Милиционеры были крайне удивлены тем, что тихий, скромный, законопослушный гражданин, победитель всех соцсоревнований, лучший работник, передовик, собирается кого-то травить. Оперативники пришли к выводу, что в городе кто-то решил пошутить над неудачливым холостяком и распускает о нем ужасные слухи. Спустя некоторое время в дежурную часть Копинского УВД пришла студентка местного медучилища. Она передала милиционерам необычную записку. Детским почерком было написано: «Мы заложницы, освободите нас». Для маленького и спокойного городка Скопина эта информация показалась неправдоподобной. Милиционеры знали всех жителей в лицо, и никто из них, считали оперативники, не был способен на похищение людей. С другой стороны, зародилось подозрение, а не идет ли речь о пропавших 3 года назад рязанских подругах. И сыщики все же решили проверить поступивший сигнал. Оказалось, что студентка, передавшая в милицию записку, снимала комнату в доме, где жили мать-пенсионерка и ее 50-летний сын Виктор Мохов, тот самый, который искал яд. Записку студентки медучилища отдала неизвестная ей девушка, которая однажды вечером появилась в доме Моховых. Незнакомка была чем-то напугана, но быстро куда-то пропала, и больше ее квартиранка не видела. Прочитав послание, будущая медсестра не растерялась и сразу пошла в милицию. В тот же день Виктора Мохова задержали и доставили в отделение. Оперативники предположили, что заложники находятся где-то в доме или рядом с ним. Вот, при первом опросе, значит, Мохов все отрицал, то есть никаких показаний он не давал, делал округленные глаза, что ничего такого не было. Потом, когда уже этих девочек мы стали называть по именам, он понял, что нам все известно, стал нам все рассказывать. Он собирался, была информация, что он собирался одну из них убить. Продолжение после короткой рекламы. Милиционеры выяснили, что находящиеся в плену у Мохова девушки – это те самые Лена Симахина и Катя Морозова, которые в 2000 году ушли на дискотеку и не вернулись. Девочки живы, это было главным для оперативников. Хитрый и осторожный Мохов заявил, что пленницы сидят в маленьком подвальчике, а где именно, не стал уточнять. Мол, найдете – девочки ваши. Оперативная группа перерыла весь огород, осмотрела дом, обследовала гараж, но заложниц нигде не было. Милиционеры кричали, стучали, шумели, но в ответ тишина. Прибыв на место, ребята посмотрели и не смогли найти вход в этот подвал. Вот. Тогда уже я в разговоре с этим Моховым стал у него расспрашивать, как найти вход, и он мне объяснил на словах схематичных. Следственной группе по мобильному телефону сообщили точные координаты того самого подвальчика. Но, несмотря и на это, в подземелье милиционеры попали не сразу. Пришлось изрядно помучиться. Все понимали, что девочки где-то здесь, но где? Через 2 часа вход в темницу все же был обнаружен. Оказалось, что Лену и Катю Виктор Мохов прятал в самом настоящем бункере, сделанном из бетона и металла. Сад Моховых чем-то напоминает военный объект. Высокий забор, обнесенный колючей проволокой, собаки. Бункер, где когда-то жили школьницы, просто так не найдешь. Он спрятан под землей. А сверху якобы автомобильный гараж. К одной из стен этого строения были приставлены металлический лист и деревяшки. Эксперты обратили внимание, что к этому месту ведет уже давно протоптанная дорожка. Они поддели металлический лист, и пластина неожиданно открылась. Одержалась она на магнитиках, которые были прикручены изнутри к основной конструкции. Приоткрыв массивную дверь, оперативники услышали тихие голоса пленниц. Они доносились откуда-то из глубины. Там свет надо. Девчонки, вы живы там? Скоро, скоро. Потерпите чуть-чуть. Ну,
Ну, это я читал в газете, вот кто, какой-то там тоже мужчина построился себе под гаражом. Ну, типа подвал, держал там женщин. Но не работали на него. Ну, мне работать не надо было на меня. Ну, тоже такая мысль пришла. Милиционеры не сразу разобрались в системе секретных замков и скрытых дверей. Пришлось ее долго изучать. Спустившись по лестнице вниз, оперативники все же нашли последнюю дверь, за которой и находились заложницы. 3 года и 7 месяцев ждали этого момента рязанские школьницы. То, что они здесь пережили и испытали, не передать никакими словами. Мы уже перестали волноваться. Сколько вы здесь находитесь? 30 сентября 2000 года. 4 года вы здесь живете? 4 года, да? Вот вы представляете, здесь вот. Мне никак убежать нельзя было. И ну, мы куда, сюда попали вообще очень... И жара. Как вы здесь находитесь? И зимой все это самое. Да, мы вообще... В момент освобождения Лена была на последнем месяце беременности. На вопрос оперативников «От кого?» девочка ответила: «От дяди Вити». Так малолетние сексуальные рабыни называли своего хозяина, Виктора Мохова. Это потом выяснилось, что Лена была беременна все от того же дяди Вити уже в 3-й раз. В этих жутких условиях девушке удалось родить 2 здоровых мальчиков. Роды принимала ее подруга Катя. Как только дети подземелья появлялись на свет, а точнее сказать, в темноту и сырость, их сразу отбирал у молодой матери отец Виктор Мохов. До этого случая у меня детей не было, а вот в связи с этим случаем я стал отцом в 51 год. Первый мальчик родился 6 ноября 2001 года на зале Владикова. Второй родился 6 июня 2003 года. Назвали Олежка. Ну, какое у вас было чувство-то? Ну, чувство было, я, конечно, обрадовался, что вот мальчик. Своих рожденных под землей сыновей Мохов относил в центр города и подбрасывал живые свертки по двери первых попавшихся квартир. Дожидался, когда приедет милиция и скорая. После этого незаметно уходил. Рабочий агрегатного завода был безжалостен не только к чужим детям, но, как оказалось, и к своим тоже. Пленниц доставали из подвала очень аккуратно. Беременная Лена, впервые за долгие годы увидев солнце, едва смогла устоять на ногах. Чистый весенний воздух подействовал на нее опьяняюще. По его словам, какие он там нам устраивал праздники, дарил подарки, это не заменит даже 1 часа там проведенного в заперти. Вот не заменит, но вот ну никак. А что в его понятиях хорошо к нам относился, я не знаю. Видимо, Виктор Мохов считает, что раз заложница вступала с ним в интимную связь, значит, это добровольно, по любви. Но другого выхода у девочек просто не было. Наслаждение и утехи рабочего завода пленницы в буквальном смысле этого слова обменивали на еду, воду, воздух, электричество. Так заложницы покупали себе дни жизни. Уж очень им хотелось выбраться из подвала и отомстить сексуальному извращенцу. Жестокий и властный. Он хотел просто власти, и у него ее никогда не было. А он всегда говорил, что легче вас убить, чем отпустить. Он постоянно говорил, что он уже выкопал могилу там на огороде, говорит, вот под яблони, говорит, место такое хорошее, говорит, нашел. Им просто захотелось чистых молодых девушек. Зачитанная книга «Поднятая целина», тетради с упражнениями по английскому, домики из спичных коробков – вот и все развлечения, которые были у пленниц. За это время Катя написала 321 стихотворение. Последнее оказалось недописанным. «В никуда убегали дни, годы, утекла моя жизнь, словно речка. А родные, наверное, дома за меня уж поставили свечку». Рабыни Заура на Катьку. Вот. Похоже, говорит, на нее. Вы, говорит, рабы. Еще у меня такое есть выражение: женщина не человек. Это любимое. Он часто любил повторять. Еще раз. Женщина не человек. Он приходил, просто смотрел на нас, как у него были кролики. Вот так же он смотрел на своих кроликов, как на нас. Даже иногда нас так называл. Как? Кролики. Мы говорим, мы хотим домой, отпусти нас домой. Вот он говорит, на днях. И смеется. И уходит. И так каждый день на днях, днях, днях.
По словам соседей, Виктор Мохов был хозяйственным человеком. Постоянно возился в огороде, ухаживал за своими кроликами, кормил кур. Да и мать души в нем не чает. По-моему, он добрый малый, хороший. Мы с ним так, можно сказать, особо и не ругались. Чем он скажешь, он так все так исполнял. Такой не агрессивный он был-то со мной, с матерью. Хороший, порядочный и любимый сын, по словам пенсионерки, начал копать в огороде яму еще в 1997 году. Женщина утверждает, что Виктор рыл землю специально под погреб для варенья, солений и картошки. 3 года рабочий агрегатного завода с лопатой в руках трудился во дворе дома. Со своего участка он вывез вагон земли. Когда-то Мохов окончил техникум и получил специальность горного мастера. Со знанием дела он построил мини-шахту, подвел электричество, запустил вентиляцию. Даже поставил регулятор подачи воздуха. Глубина бункера около 6 метров, ширина 2. Многоуровневые бетонные перекрытия. Сверху муляж, якобы гараж. Вся конструкция обита железными листами. Так называемый вход в бункер находится со стороны огорода. Секретное строение Мохова закрывали ветки яблони. Чтобы ощутить и понять весь размах подземного комплекса, необходимо взглянуть на эту схему. Перед тем, как попасть внутрь, нужно открыть первую дверь, затем в полу найти вторую. После этого по лестнице спуститься вниз. На уровне бетонного пола в стену вмонтирована уже 3-я дверь, прямоугольная, изготовленная из крепкого металла. За ней еще одна, 4-я, толщиной 20 сантиметров. Петли, как в бронированном вагоне, с человеческий кулак. Дверь крепилась на железном каркасе. Вот за этими 2 последними дверями и находилась маленькая комнатка, где жили малолетние пленницы. Внутри – кровать, стол, полка для телевизора. На полу – электроплита, на которой девочки готовили себе еду. Мы спустились в это помещение и сами убедились в том, что Виктор Мохов построил не маленький подвальчик, как он раньше заявлял в милиции, а мощное сооружение из металла и бетона, где можно было укрыться даже от ядерного взрыва. На допросах Виктор Мохов рассказал следователям и оперативникам, что к похищению девушек готовился долго и все заранее спланировал. В сети рабочего завода и попали возвращавшиеся с дискотеки Лена и Катя. Мы просто ехали на машине. Вот видим, 2 девочки стоят. Мы предложили их подвезти их. Затем предложили им вина выпить. Они согласились вино выпить. Ну, поедет в Рязань, вино выпили. Ну, потом я им говорю, поеду на дачу ко мне. Там отдохнем. Они опять согласились. Да. Как мы подозреваем, спиртное были подмешаны определенные снотворные вещества. Девочки, можно сказать, очухались только в незнакомом месте. Ну, затем утром прихожу к ним. Девочка, ну что, там в Рязань поедем? Они говорят, вот ты девочку Катю изнасиловал, там девственница, ну вот девочкам будет плохо. Мы заявим там все такое. Ну, я слушал, потом вышел, закрылся там, ушел. Просидев несколько дней в темноте и сырости, без еды и чистого воздуха, девочки поняли, что они в плену, и выбраться отсюда на свободу будет нелегко. И теперь их будущее зависит только от пожилого извращенца, которому придется подчиняться. По словам Виктора Мохова, он старался сделать так, чтобы девушкам на глубине 6 метров не было скучно. Покупал краски, альбомы, установил в темнице маленький телевизор. Этот ящик стал для пленниц своеобразным окном в мир. Они хотя бы могли ориентироваться во времени суток и календарных датах. Со временем Мохов, как он выразился, прикипел душой к маленькой Кате, объяснялся ей в любви и даже делал роскошные, по его понятиям, подарки. Выводил на цепи погулять на улицу. Во время обыска в доме Мохова нашли ту самую цепь, которой он приковывал Катю к забору или кровати. Однажды пленнице во время очередного такого выгула удалось незаметно передать записку той самой квартиранке, будущей медсестре. Все расходы по содержанию рабынь Мохов тщательно записывал в специальную тетрадку, что, когда, почем и в каком количестве купил. Я девочкам трусики покупал, там журнал купил, смотрел, какое белье они там тоже смотрел.
Купить его. Все лето продолжалось расследование по делу скопинских заложниц. За это время оперативникам и следователям удалось найти и задержать сообщницу Виктора Мохова, ранее судимую Елену Бодубину. Ее обвиняют в пособничестве Мохову. По данным следствия, именно эта женщина в день похищения девушек напоила Лену и Катю психотропным веществом. После чего школьницы потеряли сознание. Бодубина сейчас находится в том же следственном изоляторе, что и Виктор Мохов. Последнего содержат в камере одиночки. Ведь, как показывает практика, такие преступники, как Мохов, в общей камере до суда не доживают. Мохов, он, в принципе, вот, видимо, был лишен в юности нормальных отношений женщины и сексуальных, и психологических. И поэтому сильно наверстывал упущенный. Я не знаю, что сказать, Господи. Слова там. Не знаю. Просто спроси, зачем же такое сделал-то, Господи? Зачем же такое сделал? Ой, Господи. Он забыл, что он человек, и в определенный момент стал обычным, каким-то заурядным животным. Он забрал у меня 3 года жизни, 3,5. Их у меня нету, самые лучшие. Ограничил свободу, даже не ограничил, а просто украл ее у меня. Это самое страшное. Я очень хочу, чтобы он страдал, чтобы у него не было в жизни ни минуты счастья, даже маленького. Я уже даже ненависть тоже чувствую, просто он безразличен. Я просто хочу, чтобы ему было больно. Если бы не Кате не удалось тогда подбросить записку девчонке этой, то мы бы до сих пор там были. И неизвестно, были бы мы сейчас живы или нет. Оперативники уверены, что Виктор Мохов не собирался выпускать на свободу своих пленниц. Он разрабатывал и готовил план убийства девочек. Если бы ему удалось найти яд, он бы привел свой приговор в исполнение. Не так давно милиционерам удалось найти еще одну пленницу Мохова, которая была в бункере до Лены и Кати. Эта девушка смогла убежать. В один прекрасный момент она напала на пожилого насильника, ударила его и выскочила на улицу. На очные ставки первая заложница опознала злодея. Ее с трудом удержали оперативники. Жертва с кулаками набросилась на своего мучителя. Виктор мне угрожал, говорит, если не дашь, говорит, просто, ну, забью там. Ну, все. Оставалось дело, что просто я боялась. Бывшие заложницы Мохова, Лена и Катя, постепенно возвращаются к нормальной человеческой жизни. На свободе девочкам пришлось заново учиться ходить. За время плена они разучились это делать. Катя собирается поступать в художественное училище. Она хочет и дальше рисовать, заниматься искусством. По решению местных властей бывшим пленницам оказана материальная помощь. Лене помогли без экзаменов поступить в педагогический институт. Каждый вечер Лена приходит домой и просит у мамы вкусных щей и побольше хлеба. Как девушка сама признается, в подвале она мечтала об этом и до сих пор никак не может наесться маминых щей. Все, что оставила себе на память Катя о 3,5 годах, проведенных в подземном рабстве, это маленький картонный домик, который долгими вечерами она собирала своими руками и мечтала вернуться домой.